мужем мы вместе учились в университете и познакомились в альпинистской секции на Тренинске. Романтично. Романтично, да. Потом много ходили вместе в походы, в горы, и потом решили, что уже пора это продолжить. А сколько вы живете вместе? Вот в этом году весной будет 30 лет. Только не живут, да? Вот в вашем возрасте я думала, что это невозможно. Оказывается, возможно. А дочь у меня старшая, ей дали имя в честь ее прабабушки. Это бабушка моего мужа. Женщина с очень интересной судьбой, она прожила в Енисейске. И вот в ее честь назвали мою дочь. А ее зовут Анна, сына зовут Антон. Антону я выбрала имя по своей девичьей фамилии. Я была Антоновой. И я подумала, хоть что-то должно быть от той фамилии. Но у нас вот такая есть история про сына. Когда он был маленьким, я как-то попросила его выбрать что-то в магазине, сказала, выбери какую игрушку тебе купить. Он долго-долго думал, и потом говорит, я хочу чего-то два. Он не смог определиться, и у нас сейчас эта фраза дома очень часто звучит, когда говорят, выбери что-нибудь, я хочу чего-то два, я не могу определиться. Может быть, это также у меня с профессией, то есть я не могу выбрать психологию или театр, то есть для меня это... Это тебе, Люда. Нет. Это Марина. О, да, Марина. Нет, Кристина. Нет, слушай, да, померим? О, тебе хорошо. Смотрите, какой у меня сарафанчик. Дочка. Это у нас попугай. Ну что, будешь? Давай. И цилиндр можно начинать. А! Людки прямо в цилиндр. А, он мне больше. Ну да, вообще он на мальчика, конечно. Ну ладно. Кто не заплатит? Давай. Нет, я сама. Самостоятельная смужка. Какой кошмар. Давай. Я была мама, ты сегодня поищи домой. Хорошо, но тут холодно. А теперь ля-ля! Найдите мне ее. Я не могу без нее. До обеда не найдете, голова с плеч домой.